Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, мы наконец-то начали с вами изучать тему Авраама и Сары. Недельный отрывок Лех-Леха. Авраам так хочет служить единому Творцу мироздания. Он не хочет поклоняться идолам. И Всевышний говорит: «Вау, ты так хочешь ко мне? Я тебе помогу». И сразу к нему обращается Творец: «Смотри, Авраам, вся твоя страна, все твое окружение, все вокруг тебя поклоняются идолам. И тебе нужно оттуда уходить, чтобы я мог быть с тобой». Говорит ему Творец: «Выйди из страны, выйди из родины и брось свое вот ближайшее окружение, свою даже семью, которые поклоняются идолам, потому что иначе ты не сможешь мне служить, иначе вот ты не сможешь выйти из этого духовного болота». Обратите, пожалуйста, внимание. Всевышний не говорит ему: «Слушай, Авраам, становись праведником, иди ко мне». Он ему сразу обозначает: «Выйди из страны, из родины, из ближайшего окружения». Всегда есть этапы. Нельзя перепрыгивать ступеньки. Если бы он бы сказал Аврааму: «Все, все забудь, пошел ко мне». Нет, вначале выйди из страны. Твоя страна, у них конституция служить. То есть вот в те времена конституция была служить звездам, поклоняться звездам. Кто служит одному Богу, ой-ой-ой, наказание, смертная казнь, тюрьма, штрафы. Вот такой был мир. Говорит ему Творец: «Выйди из своей страны». Сможешь выйти из страны? Выйди из родины, где тебя учили с детства, когда ты был пионером, они тебя учили, что нужно служить идолам. Смог — второй этап. Выйди из близкого окружения. Всегда есть этапы. Мы должны с вами помнить, что есть Ецарара, это духовный ангел, специальная духовная сила, задача которой, которую дал Всевышний, чтобы мешать нам служить Богу, чтобы было какое-то противостояние. И его вот любимый-любимый трюк Ецарара говорит человеку: «Хочешь служить Богу? Конечно! Беги в храм, становись монахом, давай-давай-давай!» Человек начинает, через неделю он ломается и не может. Всегда есть этапы. Нужно четко сделать с помощью раввина или своего учителя. Этапы. Первый этап. Сегодня так, через неделю другой шаг. Шаг за шагом. Маленькими, но очень уверенными шагами. А Ецарара будет говорить: «Давай еще больше, ты можешь. Давай, давай, давай». И человек ломается. Первый урок из недельной главы, что есть этапы в служении Богу. Неважно, на каком мы уровне, всегда есть новый этап. Маленькие, но очень уверенные шаги. Спасибо огромное.